Здравствуйте, с вами проект «Квартирный контроль». Меня зовут Мария Федорова. И сегодня мы приехали в район Солнцево Западного округа Москвы, чтобы познакомить вас с одним из самых популярных проектов группы компании «ПИК» – жилым комплексом «Мещерский лес». Но здесь мы еще и за тем, чтобы найти ответы на те вопросы, которые волнуют наших зрителей. Мы попытались уже найти эти ответы, но докопаться до истины по телефону у нас не получилось. До менеджеров докопались, а вот до истины пока не очень. Попробуем сделать это в офисе продаж. Нам туда. Жилой комплекс нашел свое место на вытянутом участке между МКАД, Боровским шоссе и железной дорогой киевского направления. Поэтому транспортную доступность этого проекта можно оценить высоко. Добавим сюда станцию метро Говорова, которая уже в этом году откроется напротив, и ставим оценку «отлично». Отметим и то, что в шаговой доступности находится платформа Сколково, что, конечно, очень удобно для тех будущих жителей, которые выезжают в область. Проект, полная реализация которого запланирована на второй квартал 2021 года, состоит из 6 очередей застройки. И 3 из них – блоки из 2 многосекционных корпусов высотой от 14 до 25 этажей – уже имеют отчетливые очертания. Первый блок, корпуса 1.1 и 1.2, готовится впустить Новоселов до конца сентября текущего года. Второй – корпуса 2.1 и 2.2 – до февраля 2018. Ключи от домов третьей очереди дольщики получат до февраля 2019 и чуть позже, в апреле 2019, въедут и жильцы домов четвертой очереди. Всего в рамках проекта будет построено 5 блоков и 4 дома-башни высотой 25 этажей. В общей сложности 14 корпусов. Здесь также обещано строительство 2 садиков и 2 школ. Первая пара, сад и школа, должна быть построена к концу 2018-го, началу 2019 года. Что касается паркинга, то в комплексе предусмотрена наземная многоуровневая стоянка в количестве 5 штук. И первый, 6-уровневый гараж на 270 машин и мест, будет сдан вместе со второй очередью в первом квартале 2018 года. Проектом предусмотрены дворы, закрытые от въезда машин, поэтому стихийная парковка допустима лишь по периметру с внешней стороны комплекса. Первые этажи жилых домов частично будут отданы под ритейл. Здесь откроются магазины, кафе и объекты сервиса. Корпуса жилого комплекса относятся к новой индустриальной серии «ПИК-1». Это крупнопанельные дома, но первый этаж у них монолитный. И, во-первых, монолитный, во-вторых, высота его где-то 4 метра с хвостиком. Снаружи корпуса облицованы керамической плиткой на всю высоту. Кстати, она устойчива к выцветанию, ну и к другим внешним воздействиям. Что же касается чисто вот эстетических моментов, то, честно говоря, он вызывает такое двоякое чувство, потому что снизу они довольно-таки мрачные, особенно если говорить о корпусах первой и второй очереди. Но издалека дома смотрятся довольно неплохо, ярко и необычно. Хотя вот тот, что посередине, с оранжевой верхушкой, мне, например, напоминает пачку сигарет. Еще одна особенность архитектуры – это расположение балконов и их габариты, скажем так. Балкончики здесь, наверное, имеют такой французский акцент, потому что площадь их невелика и даже мне напоминает вот издалека такие жердочки с ограждениями. И, конечно же, здесь придется расстаться с идеей остеклить и утеплить балкон. Зато сама балконная дверь здесь остеклена на всю высоту, что, конечно же, добавит света в комнату. Окна здесь, кстати, тоже имеют увеличенную площадь проема, и нижняя часть окон будет глухая для того, чтобы не вывалиться из окна. Что же касается кондиционеров, то для них предусмотрены специальные ниши. Единственное, что вот с этой стороны я их не вижу, но знаю точно, что они есть с той стороны. Делая облет жилого комплекса, мы увидели скопление воды на крышах корпусов. Сотрудник офиса продаж заверил нас, что на кровле предусмотрена система водоотведения, и верхние этажи никак не пострадают от дождей. Но пока мы видим, что вода все-таки стоит. На сайте проекта говорится, что в подарок покупатели квартир получают кондиционер в каждую комнату. Ниже, правда, мелким полупрозрачным шрифтом говорится, что предложение касается только корпусов первой и второй очереди.
Наш зритель, а позже и я сама, попытались по телефону выяснить подробности предложения, но, к сожалению, информация, полученная по телефону, оказалась противоречивой и неполной. Нам, к сожалению, не удалось уговорить менеджера высказаться на камеру. Зато мы все-таки получили на те вопросы, которые волнуют вас, а теперь еще и нас. Начнем с первого, с кондиционеров. С тех самых кондиционеров, которые нам обещают в подарок. Как сказала менеджер Юлия, бесплатными кондиционеры были для покупателей квартир в корпусах номер 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2. Для тех, кто рассматривает покупку в корпусах 3, 4 и последующих очередей, ни внешние, ни внутренние блоки кондиционеров не предусмотрены. И здесь уже будут проложены каналы под фреоновые трубки и, конечно же, корзины. Но если вам очень хочется получить именно бесплатный кондиционер, то вы можете выбрать квартиру в первой или во второй очереди застройки. Но, в принципе, учитывая то, что кондиционеры там обещают в каждой комнате, вполне вероятно допустить такой расчет, что разница на покупке этих кондиционеров частично покроет разницу между ценой на квартиру в готовом корпусе и ценой на квартиру в строящемся корпусе. Что же касается тех самых ступенек в квартире, с которыми мы просто вынесли мозг менеджеру к телефону, то оказывается здесь есть несколько типов планировок. Первый тип – это ступеньки внутри квартиры, то есть мы заходим в квартиру свою на первом этаже и попадаем сначала в такой, как предбанничек, что ли, получается. Далее идут 4 ступенечки вверх. Но не нужно думать при этом, что мы окажемся в квартире там, с 2-метровыми потолками или с 1,5-метровыми. Квартиры на первых этажах имеют высоту потолка 4 с лишним метра. Второй тип – это квартиры на первом этаже, которые имеют отдельный вход. То есть рядом с общим подъездом есть еще одна дверь, которую мы открываем, попадаем в общий для нескольких квартир холл. Там как раз-таки идут эти ступеньки вверх и далее уже расположены квартиры. Самое сложное вот сейчас и для меня, и для вас вот это вот все понять, потому что на сайте нет поэтажного плана. И объяснить так вот на словах довольно-таки непросто. И, к сожалению, как и мне говорили по телефону, поэтажный план, он в офисе, конечно же, есть, но он не для всех, только для внутреннего пользования. Но мы сейчас зайдем на стройплощадку, и, я надеюсь, вживую сможем увидеть тот самый отдельный вход для квартиры на первом этаже. Возвращаемся. Перед тем, как отправиться на экскурсию, ознакомимся с планировочными решениями, коих у ПИКа великое множество, несмотря на то, что проект относится к панельному домостроению. В их числе студии площадью от 22 до 23,5 квадратных метров, однокомнатные квартиры от 33 до 47 квадратов, двухкомнатные от 45 до 70 метров и трехкомнатные квартиры площадью от 85 до 107 квадратных метров. Диапазон метражей студии не так уж широк. Тем не менее, нам представлено 7 вариантов квартир этого типа. Большинство из них показано как в двух, так и в трехмерном исполнении, что позволяет лучше понять габариты студий. Балкон я увидела только в одной из студий, и то он здесь обозначен пунктиром, то есть балкон есть не во всех квартирах этой модели. Пробегаюсь по всем студиям и везде отмечаю удобную прихожую, и в большинстве из них санузел по 3-3,5 метра. Составитель схемы изобразил здесь душевую, но я лично не согласна с тем, что здесь не поместится ванна. От обилия однокомнатных вариантов закружится голова. Но в основном все же квартиры однообразны. Классика с 10-метровой кухней, но с очень просторной комнатой, 24 метра. В комнату напрашивается перегородка. Ставим сюда перегородку с витражами, например. И 46-метровая однушка получает уютную спальню с естественным освещением. Маленькие Г-образные однушки 33 метра – это все же студии. Причем я здесь вижу предыдущий вариант, у которого просто отрезали кухню. Здесь, конечно, тоже можно пофантазировать на тему стены между кухней и комнатой, но обеденный стол все равно придется вынести в жилую часть. К наименьшим из двухкомнатных добавим приставку «евро». И опять же вспоминаем ту самую однушку 46 метров. Только здесь уменьшается прихожая,
То, что в однокомнатной было кухней, становится 13-метровой спальней. А кухня выносится в комнату. Санузел совмещен. Средние по площади двушки 56-58 метров. Рациональные варианты, но во многих из них кухня проходная. О консерваторах, рассматривающих такую площадь, здесь не забыли. Распашонка 58,5 метров. Тут на выбор. Можно через кухню, а можно и через отдельный вход пройти. Прелесть этой квартиры в том, что здесь два санузла и второй с душевой. Линейки квартиры 63,5 метра. Также два санузла. Просторные комнаты и сравнительно небольшая для квартиры такой площади кухня 10,5 метров. Просторные, около 70 квадратов, угловые, распашонки и линейные. В угловой, в гостиной три окна. Еще один интересный вариант – квартира 66 метров, расположенная на первом этаже. Здесь есть отдельный вход с улицы. Самая маленькая трешка – пистолетик 85,5 квадратов. Ваши гости будут долго искать в такой квартире кухню, потому что вход в нее лежит через гостиную, с порога которой кухню сразу ты и не заметишь. Я сначала подумала, что это гардеробная, а нет, в нише кухня. Но опять же, проектировщики оставляют возможность сделать кухню более традиционной, да и окно для нее имеется. Вариант на полметра просторнее – стандартная трешка. Вот они, кстати, и ступеньки в квартире. Причем они отделяют хозяйскую зону от общей, а значит, в гостиной и в кухне потолок выше, чем в спальнях. Трешка 94 квадрата – угловая квартира с непропорционально скромной кухней. При таком соотношении она напоминает ту самую нишу. Но ситуацию спасает удобное сообщение между гостиной и кухней, а значит, столовую зону можно вынести в просторную комнату. На сайте представлен и один четырехкомнатный вариант, однако эта квартира продана. Не исключено, что такие предложения появятся и в следующих очередях застройки. Минимальная стоимость квартир в июне 2017 года – 3 миллиона 222 тысячи рублей. Во столько обойдется студия. Однокомнатная, если говорить именно о квартире с отдельной кухней, встанет в 5 миллионов 444 тысячи. Высота потолков в квартирах – 2 метра 65 сантиметров. Квартиры в домах второй и третьей очереди продаются с полной чистовой отделкой, увидеть которую вы сможете во второй части нашего обзора. В продолжении мы также расскажем о благоустройстве и об окружении комплекса, об объектах внешней инфраструктуры, побеседуем с жителями близлежащих домов, зададим пару вопросов к будущим жителям Мещерского леса и расскажем о схеме покупки квартир в жилом комплексе.